12-летнюю девочку, которую 5 дней искали в Крапивницком, могла убить ее мать. Именно ей полиция объявила о подозрении. Напомню, Катя Добради пропала в пятницу, а вчера тело девочки нашли на берегу водохранилища. По предварительным данным, мать рассердилась на дочь, которая не хотела идти в школу, и ударила ее кухонным топориком по голове. Тело вывезла на машине за город. Все это время женщина принимала активное участие в поисках ребенка. Ее муж, отчим Кати, ничего не знал о преступлении, считают в полиции. Известно, что в последние годы женщина страдала психическими расстройствами, из-за чего даже бросила работу.